Итак, Юпитер 24 июля 2021 года в Харькове в 4:46 по киевскому времени. Вижу в окуляре не только полосы экваториальные, но и вот два спутничка уже попали в кадр. Сначала Ио, потом Европа. Спарина идут. Ну, даже попробуем. Вот так. Сейчас у нас все четыре галилеевых спутника слева от Юпитера. Ио, Европа, потом должен появиться Ганимед и, может быть, Каллисто. Хотя сомневаюсь, что мы его уже сейчас увидим, слишком светло. О, Ганимед в левом верхнем углу экрана виден прекрасно. Да, ну Каллисто просто не поместится, наверное. Добавляют колорита. Да, не вижу я Каллисто. Вот у нас сейчас Ганимед. А, вон Каллисто, я вижу. Чудесно. И на том спасибо. Сейчас 616 миллионов километров сейчас до Юпитера. Ах, ты ж наш красавец. Сегодня полнолуние. Надеюсь, погода повезет, вечерком поснимаю. Да, вот сейчас в кадре Юпитер, спутник Ио, спутник Европа и спутник Ганимед. Сейчас попробую резкость пошевелить. Да не, наверное, то, что было, то и хорошо. Сатурн уже, конечно, не видно. Так, выдержку меняю сейчас. Будет темнее. Но, может быть, чуть-чуть будет экваториальная полоса. Спутники исчезли полностью, но может быть, по чуть-чуть экваториальные полосы видно. Так, хорошо, сейчас пойду еще попробую Меркурий поснимать. Хотя, конечно, шансов уже мало. Дымка весьма ощутимая на горизонте. На западе это откровенные облака. Так-с. Да, а вот как-то большого красного пятна не вижу. Почему? При таких разрешениях. Да, снимаю это не телескопом, а фотоаппаратом. Nikon Coolpix 5000. Ах,
отгораживаясь заранее от вопросов по поводу телескопа, сообщаю. Нет у меня телескопа, я снимаю исключительно фотоаппаратом на штативе. Я вижу сразу 4 спутника в кадре. Класс! $616 миллионов до Юпитера, это я озвучивал. А ну давай еще раз. Вот, все 4 вижу. Наверное, на экране вам видно не будет, слишком уж тускло. Ну, ладушка. Просто чтобы оценить, насколько уже светло, и тем не менее вот он наш Юпитер. Очень хорошо, не надеялся я, что успею снять. Тренога ушла. Ну, дымка, конечно, сильно мешает. Ты ж мой золотой. Да, экваториальная полоса точно как штрих-код. Хорошо, пошли на Меркурий посмотрим. 24 июля 2021 год, Харьков, 4:53 по Киеву.